нежная томленая свинина с гарниром из упревшей вкуснейшей перловки. Очень просто, сытно и недорого. Это, можно сказать, наш семейный рецепт. Моя прабабка так готовила в русской печи. Обжаривала свинину, куски головы или рульки складывала в большой глиняный горшок, добавляла замоченную перловку и лук, заливала кипятком и ставила в протопленную печь на ночь. Вкуснятина получалась, за уши не оттащить. Увы, русской печи сейчас уже почти не сыскать, но в мультиварке тоже вкусно получается. Мясо берите с жиром и шкуркой, которую нужно хорошо выскрести. Нарубите мясо на крупные куски, если у вас мясо с костями. У меня в этот раз задняя рулька без кости. Обжарьте мясо со всех сторон, начав с мясной стороны до хорошей румяной корочки. Ближе к концу обжарки добавьте одну нарезанную луковицу и обжарьте ее с мясом. Затем залейте мясо кипятком вровень с мясом, посолите и поперчите по вкусу. И переключите мультиварку на режим тушения на 4 часа. Если есть режим мультиповара, выставьте температуру 90 градусов и время 2 часа. Перловку промойте и залейте холодной водой. Отварите до полуготовности, минут 20. Откиньте на сито и промойте от слизи. Я обычно сразу варю такой перловки много и замораживаю. Потом удобно добавлять в различные блюда. Мясо выньте из мультиварки. Положите в оставшийся бульон мелко рубленный лук и полуготовую перловку. Поставьте томиться в режиме тушения. Через полчаса верните мясо в мультиварку и тушите еще минут 5 вместе. Затем поставьте режим сохранения тепла минут на 40, чтобы остатки бульона впитались в крупу окончательно. Подавайте блюдо горячим. Его смело можно дополнить квашеными овощами.